Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами на канале интернет-магазина Wildberries. Пожалуй, каждый из вас в жизни сталкивался с такой ситуацией, когда понравилась какая-то необычная трендовая вещь, но мы отказывались от ее покупки, потому что не знали, с чем и как ее носить, либо если уже ее купили, засовывали подальше в шкаф. Например, сегодня очень актуальны яркие оверсайз-пальто. Но так как мы привыкли носить зимой в основном серые, черные и другие темные оттенки, немногие решатся на сочные цвета, а очень зря. Поэтому, чтобы разбавить хмурые дни и добавить в них красок, я выбрала очень красивое пальто насыщенного красного цвета. И сейчас расскажу об образах с ним на все случаи жизни. Первый образ подойдет для рабочего дня в офисе с не очень строгим дресс-кодом или, например, для деловых встреч. В комплект к пальто я подобрала темно-фиолетовые брюки-дудочки и горчичную блузу с бантом. Довольно вместительная сумка контрастного желтого цвета. Не только стильный, но и такой нужный аксессуар, в нее поместится, пожалуй, все, что может пригодиться в течение дня. Ботильоны на невысоком каблуке с актуальным заостренным носом идеально подойдут для офиса, а пара изящных колец на пальцах и серьги золотистого цвета прекрасно завершат наш образ. В следующем аутфите я бы с удовольствием отправилась на прогулку, шопинг, в кино или на встречу с друзьями, ведь он не только безумно стильный, но еще и комфортный. Здесь наше яркое пальто сочетается со свитшотом нейтрального оттенка, под который можно надеть удлиненную белую рубашку и голубые джинсы. И, конечно же, сюда идеально подойдут белые кроссовки. У меня они вот такие интересные, с красной звездой на задниках. Еще оригинальная сумка кроссбоди с ярким брелоком-помпоном дополнит образ, а объемный шарф в полоску точно не даст замерзнуть. Ну и, наконец, образ для выхода в свет. Так как за окном зима, наш наряд должен быть не только красивым, но и достаточно теплым. Поэтому я использую такой до сих пор актуальный тренд, как сочетание платья-комбинации и водолазки. Платье из черной кожи, а водолазка телесного цвета с краплением люрекса. Такая игра фактур добавляет нарядности довольно простому луку. Укороченные ботильоны Color Block с оригинальным каблуком и очень красивый клатч делают образ еще более интересным и изысканным. На этом все. Если вам понравились наши сегодняшние образы, то вы найдете ссылки на них под видео. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!